мысль такая, я не знаю, согласишься ты с ней или нет, что раньше вот многие духовные практики, они были доступны только очень ограниченному числу человек, людей. То есть это было прям, да, то, что очень хранялось, и вот там не только короли, императоры какие-то духовные. А сейчас это все уже постепенно опускается, и это стало очень доступно. Да, вот всем, кто интересуется, кто готов пойти в это, да, пожалуйста, ищи себе учителя, нашел учителя, получай инициацию, вот у тебя есть там первая, вторая ступень рейки, ты можешь владеть этим инструментом. Я вот когда задумалась, думаю, почему так происходит, вот почему, ну вот просто как бы с точки зрения системного вообще, да, глобальной жизни на Земле, думаю, для чего это нам? И я поняла, что если бы, наверное, вот это сейчас не было доступно, мы бы просто не пережили все, что происходит вокруг нас, потому что катаклизмы, ну и ну, очень все прям как будто закручивается вообще. То есть вот такая жизнь, что если ты не на связи с Богом, если ты не в связи, ну не в контакте с собой, вот то, что ты ну, чуть раньше говорила, что ну, ты просто не ты просто будешь каким-то винтиком, и не знаю, тебя сметет вот эта вот система большая. И я подумала, что это вот такой подарок нам, человечеству, что это сейчас все доступно, потому что, ну, без этого не справиться. Так жизнь меняется, что раньше не было такой необходимости обычным людям быть, да, владеть этой, они как бы жили и жили, такой окружающий мир был, но сейчас окружающий мир меняется, и без этого просто уже невозможно. Поэтому это нам подарок, и вообще грехом не воспользоваться. Да, и сами, знаешь, вот я, сами практики тоже сильно, вот, допустим, если говорить про рейки, рейки как практика уже больше 100 лет существует, и вот в том виде, в котором я ее даю я, хотя я мастер традиционного рейки, и я прямо вот всячески традицию во всем важных местах берегу, то есть вот все, что важно, вот в традиционном рейке, я все это прям вот бережно берегу, потому что очень уважаю. Но при этом, используя вот те возможности, которые сейчас есть, рейки стало намного проще получить, намного проще вот эту информацию узнать, да, то есть мне вот может любой человек вообще написать, я ему сразу же могу выдать всю информацию, очень в легком вообще доступе, чтобы узнать все подробно о рейке. То есть не надо даже нигде искать, лазить и читать библиотеки, книги, там, искать 158 вебинаров об этом. То есть я вообще вот то, каким образом сейчас доступно, даже по сравнению с тем, как было 10 лет назад, это просто, знаешь, ну вот на уровне айфона, знаешь, то есть вот насколько айфон удобный, вот настолько удобный вот сейчас у меня метод передачи рейки, понимаешь? То есть, ну, настолько он крутой, я просто сейчас, ну, общаюсь с человеком, который тоже там 25 лет в традиционном рейке, и он, мы сравниваем, как вот в Европе традиционные рейки, как у меня, в частности, в моей школе, да, традиционные рейки. И он прям вот восхищен, что вот до такого легкого способа это все самое важное. А самое важное это что? Самое важное для меня это вот индивидуальная работа с человеком. Ну что, я никогда не упрощу вот этот момент, когда должно быть общение с мастером личное. То есть мне очень важно, что я с каждым своим учеником лично встречаюсь, лично созваниваюсь онлайн или там вживую ко мне приезжают, даже так бывает. И лично ему передаю, ну, то есть сейчас просто очень много всего, и некоторые даже там инициации группам дают, да, но, на мой взгляд, это полная, не работает, в общем, история. И Вот это важное я очень сильно берегу, то есть вот это, что индивидуально увидеть человека, индивидуально передать ему информацию, индивидуально вот эту работу провести, именно инициацию, потому что в инициации всегда происходит все самое интересное, вот в самом процессе, это как в чайной церемонии, да, вот все происходит в этом самом процессе. И невозможно это дать сразу большому группе, да. Это как ты ключик подбираешь, да, индивидуально каждому человеку, чтобы он эту дверь свою такую открыл, и вот все, да, чтобы вот он соединился со всем этим. Это правда, это очень ценно, Ален, и ну, там действительно твое такое индивидуальное, такое твое внимание, и
любовь вообще к душе, к людям, она, конечно, чувствуется и прям... Я прям очень захотелось тебя обнять, уже жду, когда мы встретимся наконец-то.